сегодня решил сварить треску, но перед тем, как его насыпать, я задумался, а можно ли вообще рис есть, насколько он полезен для здоровья, для похудения и так далее и тому подобное. Кто еще не знает, вы находитесь на канале Александра Мирошникова. Я Александр Мирошников, странное совпадение. И в нашей рубрике «Что должен знать и уметь персональный тренер?» Мега уважаемый человек. Как всегда, интересная и занимательная тема. Рис, рис, рис. А можно ли его есть? Не китайцам, конечно же. Времени у нас мало. Вперед, вперед к знаниям. Итак, первая наша рубрика – рис и крахмал. Кто не знает, что такое крахмал, некоторые растения запасают глюкозу в виде сложнейшей молекулы, которая называется крахмал. Одна молекула крахмала содержит до 50 тысяч молекул глюкозы. И что нужно, чтобы распаковать эту сложнейшую молекулу? Да, всего две вещи – вода и любой фермент человека. Амилаза, аминоглюкозилаза, еще какая-то зилаза. И ровно 50 тысяч молекул глюкозы окажутся у вас в ЖКТ. Ну, давайте все-таки изучим, а есть ли этот крахмал в рисе. О, Зевс! Рис и состоит из крахмала. Странно, почему называют рис. Мы видим, что в крахмале риса не обнаружено. То есть, странное совпадение, рис – это и есть крахмал. Если рис – это и есть крахмал, то какой же у него будет гликемический индекс? Очень интересно, и давайте эту тему изучим. Вот это да, скажете вы, у белого риса гликемический индекс больше 70. И по разным данным, я вот прикладываю таблицу, мы видим 110-120. Некоторые исследователи указывают на гликемический индекс белого риса. Ну, если вы скажете, бурый рис 55, у яблока 30, у отрубей 19, мы видим у клубники 32. Поэтому иногда, перед тем, как решить, что вы будете на ночь, например, употреблять, или рис, или кока-колу, ну, вспомните гликемический индекс. Кока-кола однозначно повкуснее будет. Ну, а движемся дальше. Ну, а теперь следующая рубрика «Рис и фитат». Кто не знает, что такое фитиновая кислота, еще Хартик в каком-то неизвестном году открыл фитиновую кислоту. Что это такое? Ну, зерно обычно аккумулирует именно фитиновую кислоту у себя в матриксе зерна. Для чего? Чтобы это вещество притягивало на себя различные микроэлементы, пищевые какие-то вещества. И, понятно, чем больше этого вещества, тем сильнее зерно притягивает полезные для человека элементы. Железо, кальций, магний и так далее и тому подобное. Итак, давайте посмотрим, какая же концентрация фитата в рисе. Да-да-да, именно к дикому рису, рису пади, нельзя и близко подходить, не говоря уже о рисовых отрубях. Иначе у вас начнется цинга, или, например, будет нарушаться работа сердца, и так далее и тому подобное. Анемия у женщин начнет развиваться, и упадет серьезная работоспособность. Мы с вами видим, что фитата достаточно много, и каждое растение, каждый фитат именно конкретного растения любит что-то одно притягивать особенно ярко выраженно. И давайте посмотрим, что же любит притягивать фитат риса. И новая рубрика, веселая рубрика, которая называется «Рис и мышьяк». Да-да-да-да, именно мышьяк. Почему мышьяк, скажете вы? Мы что, мышки, что ли, травить нас мышьяком? Но давайте и это с вами изучим. Только вдумайтесь, 40 тысяч видов риса существует на планете Земля. Это пища, потребляемая более чем половиной населения мира. Представляете, какой бизнес? Тем не менее, многие исследователи сообщили, что в нескольких разновидностях риса содержится наиболее токсичная неорганическая форма мышьяка. И мы с вами видим на экране, какие виды риса и где содержат этот мышьяк. Я вас отсылаю к исследованию 2018 года. Первое важное, что отметили исследователи, Всемирная организация здравоохранения, авторитетные организации по пищевым продуктам, прежде всего меряют концентрацию мышьяка после риса непосредственно в ЖКТ, в желудке. И видят, что там форма, в принципе, мышьяка не имеет биодоступности и определяет именно биодоступность
мышьяка в рейсе как нормальную. Но исследователи начали наблюдать ее и в крови, и, соответственно, в лимфе, и в моче, и видят, что в зависимости от всасывания, в зависимости от видов риса и так далее и тому подобное, концентрация мышьяка в других органах и тканях существенно высокая. И предлагают, самое важное, пересмотреть, конечно же, отчетность и именно диагностику мышьяка непосредственно после приема риса. Итак, выводы. Более 3 миллиардов человек имеют питание, состоящее в основном из риса, которое содержит значительное количество мышьяка. Биодоступность мышьяка определялась в 13 различных типов риса, это которые только успели посмотреть. Также были изучены эффекты промывки и приготовления пищи. Общая концентрация мышьяка колебалась, мы видим, от 93 до 900, почти до 1000 микрограмм на килограмм. Его биодоступность составляла от 16 практически до 100%. Приготовление риса несущественно меняет биодоступность мышьяка. Вари не вари, все равно мышьяк оттуда не уйдет. Дальше, тем не менее, просто промывать рис под водой перед приготовлением – достаточно эффективный метод. Это позволяет удалять, мы видим, практически до 50% мышьяка. То есть, какая основная профилактика? Вы становитесь ситом, желательно где-нибудь под водопадом, и, например, с утра, если вы встали, то к вечеру можно уже с уверенностью сказать, что 50% мышьяка вы вымыли из своего риса, а потом уже непосредственно ночью можно и начать готовить. Уважаемые диетологи, нутрициологи и персональные тренеры, я предлагаю подарить этот рис китайцам. Они его умеют есть и, может быть, переваривать мышьяк. А нам давайте оставим все-таки фрукты и овощи. Если вам фильм понравился, то не забываем ставить лайк и, конечно же, подписываться на наш канал. У нас самые занимательные, веселые, практичные, а главное, научные темы. Все, пока! Пока!